потрібно. Давай, хто третій вас? Де? Все, пошли. Садя, брат. Дякуємо. То там у нас вода така. Трішки перенадувати. Ходіть в автобус зразу. Зразу же в автобус. Раз, два. Ну, надо, где? Что Наташа ее ждет, она пойдет ко мне. Молодой человек. Не, не, тут, тут, тут. Дорог, дорог, дорог. Не, давайте, опа, и забирайте. Пошли. Не спешите, вам сейчас чтобы не упали. А вас еще не приехали? Вы ждете, да? Встала утром полтретьего, муж разбудил, у нас уже в доме. I was woken up by my husband at 2:30 in the morning. The water level in the house was at waist level. At midnight, everything had been dry, both inside and outside. We went outside. We were lucky that there were passersby. Сколько вашему малышу? 8 месяцев. Как вам удалось спастись? Расскажите. Да, военные помогли. Приехали военные. The military came and asked us to leave. We were only flooded yesterday, this morning. Before that, everything was normal. We ended up at the kindergarten because our house was carried away by a torrent of water. Дальше будет еще сильнее. Здесь вечером мы стояли на машинах, вот здесь. Вот здесь моя машина сейчас.
Какой адрес? Адрес? Детский сад. Детский сад, который там? Какой адрес? Адрес? Адрес какой? Адрес. Сейчас зайдем направо, налево, куда хотите. Магаз. Это магаз, да? Ему надо таблетки было бы где-то найти бы успокаивающие. Развалился, уже раскопустился, загорает. Вот 3 дня быть в комплекте. Кто там? Это Крым не будет. Молоток, шлейка есть? Это ремень? Бледом. Иди ко мне. Бум, я же говорю, я его прочувствовал. Чья вот эта машина? Вообще, какие сейчас есть? Ага. Отправился, на тарифе его отправился. Сними сумки это. Перешок и бери на... Пульту надо забрать. There is no drinking water. We should not drink the tap water. Volunteers bring us drinking water. Я гуманитарный.
The need for drinking water is still acute. Since the morning, we have delivered 105 liter containers. We have a few left, but we are waiting for the next delivery. People need water. They are scared of getting sick. They worry the tap water is unusable, so will definitely need drinking water in the coming 2-3 weeks at least. Потреба питної води вона є і буде, я так думаю, що ближайші, ну, найближчі там 2-3 тижні, це точно.